Система контроля качества от Пузанова Алексея. Новый юнит. Вон, все новое, но сушка у нас дефективная. Смотрите, при транспортировке вот она вмялась. И здесь, давайте мы посмотрим. Вон, раз и два. Что мы делаем? Разбираем. И с помощью кувалды и ноутбука. Видите, смотрите, у нас здесь ребро жесткости, вот оно. Оно ударило сюда, вот, раз, два. Что мы делаем? Мы делаем... Все. Более не менее, видите, нормально, пройдет. И вот здесь вот, это ребро жесткости. Слушайте, вы знаете, не смогу, пауза, сейчас покажу, как будет. Все, смотрите, туда вот нажал, в принципе, можно еще даже вот так вот сделать. Все, проверяем, смотрите. Сушку менять не нужно. Работает отлично, но вот это тоже нужно будет немножко. Подкорректировать. Все, perfect. Работает. Вот такой вот ремонт.